Встречай, встречай, армян, армян из города Ереван, Москва. Встречай, встречай, армян, армян из города Ереван. Ну что, Москва, встречай горстку начитанных, харизматичных и красивых армян! Yeah! Hey! Друзья, сегодня день рождения КВН, и нам надо что-то подарить! У меня есть подарок! Номер Стиви Вандер. I just called to say I love you. А что-нибудь инструментальное? Инструментальная губная гармошка. Поехали! А танцы? Александр Васильевич, не знаю, как вы, но я говорю «да». И для начала случай армянин в аэропорту. Так, гражданин, повторяю еще раз. Ваш паспорт недействителен, и я вынужден вас депортировать. Депортировать? Кого депортировать? А меня депортировать? Слушай, а что такое депортировать? Депортировать, когда за счет нашего государства отправляем вас обратно в вашу страну. Бесплатно? Бесплатно. Por qué? Что? Uno momento, por favor. La presente persona. De Рио-де-Жанейро. А, Рио-де-Жанейро. Sí, señor. Вы сказали, приятного полета. Gracias. Чрезвычайного посла Армении в Сомали повстанцы взяли в плен с целью получить выкуп. Правительство Армении, чтобы спасти посла, освободило его от занимаемой им должности. Армянский Купидон. Добрый вечер. Я Купидон Ашотович. Что вы делаете сегодня вечером? А наша команда верит, что очень скоро в Ереване пройдут зимние Олимпийские игры. Это наша олимпийская сборная. Встречайте его. Наш спортсмен готовится к прыжку с трамплина. Вот он разгоняется и уже в воздухе. Как прекрасно он держится, а какие у него красивые детишки. Но что это с ним? Он что-то ищет. Телефон забыл. Телефон забыл, ну с кем не бывает, он летит обратно. Но ничего, у него есть еще и вторая попытка. Давайте посмотрим. Вот он опять разгоняется и уже в воздухе. Давай, давай, Джон, давай, Цапан, давай, мисс, рядом с тобой. Грудь выше, мы за тебя болеем. Армения, Армения. А мы нашли оригинал старой армянской песни, которая доказывает, что Wi-Fi создали армяне. Ара Wi-Fi, 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 ара Wi-Fi, доступ давай. Армянская версия телеигры «Что, где, когда». Добро и зло одни мечты, труд честной сказки для бабья, добро посчастлив здесь, друзья. Ну все, мы поняли, может хватит уже. Итак, мы начинаем игру, первый раунд.
Господин Паташот. Да, господин ведущий. Вы знаете, кто архитектор Пизанской башни? Нет, господин ведущий. Внимание, вопрос. Кто архитектор Пизанской башни? Господин ведущий, мы берем дополнительную минуту. Минута пошла. У нас досрочный ответ. Я слушаю. Я думаю, это Микеланджело. Это неправильный ответ, и счет становится 1-0 в пользу телезрителей. Второй раунд. А правильный ответ? Это неправильный ответ. Ты что, мне не веришь? А правильный ответ? Слушай, это неправильный ответ. Ты что, мне не веришь? Ну да, правильный ответ. Она надоели со своим интеллектуальным казино. И вообще, пускай вам крупье вопросы задает. Второй раунд. Итак, вопрос. Что вы знаете о Москве? Но мы впервые в Москве и знаем о ней очень мало. Мы знаем только то, что Москва находится в центре европейской части России, в междуречии Оки и Волги, на стыке Смоленско-Московской возвышенности, Москворецко-Окской равнины и Междуренским ущельем. Самое главное, что именно в Москве в 1961 году родился КВН. С днем рождения поздравляем КВН и желаем долгих лет и сотни сцен. Пусть он не решает жизни всех проблем, но приносит радость и веселье всем. Раз, два, три, четыре, Украине, Беларуси, Украине, Беларуси, 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 Бе